Всем привет! Хотела показать апартамент на вилле Флора. Это городок Ика, находится в Апатии. Такой прекрасный вид с террасы. Кухня вместе с залом, такой инструмент рабочий, дети играли здесь, все есть, микроволновка, чайник, кроме посудомоечной машины. Кондиционер есть. Здесь две комнаты. Такая комната одна. Постель белоснежная, выглаженная была. Вторая комната. Вентилятор есть. И туалет с душевой кабиной. И биде есть. Утюг, фен, пылесос. Стиральная машина, гладильная доска, все есть. Даже порошок. Вид на террасу. Такой вид. Сало с кухни. Вот такая вот терраса большая. Апартамент 120 квадратных метров. Но я думаю, что вместе с террасой считается. Верхние этажи. Трехкомнатный апартамент. И выше там уже двухуровневый, третий, четвертый этаж. Виды, конечно, шикарные, что вечером, что утром. Здесь еще есть лестница, как балкончик такой, терраска. И можно сверху посмотреть, полюбоваться на море и на Ику. Также, если подняться повыше по лестнице, можно увидеть домики на горе. Смотрятся такие совсем маленькие. Чуть-чуть приблизила. А здесь мы видели косуль. Косули здесь лежали, отдыхали. Но я их спугнула. Убежали от меня. Лестница наверх. Можно здесь подниматься, либо с другой стороны. Мы с другой стороны. Там машину ставить. Также можно погрилить. Мы грилили. Вот такая большая терраса. А вот тоже выход по ступенькам. Рядышком Пассифлора.
такие плоды дает. Сейчас утро, поэтому цветов нет. После 3 распускаются красивые цветы. Здесь, правда, парковка неудобная. Такие спуски крутые. И там еще сверху. Ну, природа здесь обалденная. От апартамента, от этой виллы, вот Флора. Пляж находится 11 минут. Пешком по ступенькам. Ну, там не только ступеньки. Мы поедем домой. Когда увеличишь, почему-то трясется картинка. In 100 метров rechts ab. Jetzt links ab. Это городок Ичичи. В прошлом году здесь отдыхали. Но мы на пляж приходили сюда, самый большой. Verlauf für 7 Kilometer. Самый лучший пляж для меня это Томашевац в Апатии. А в реке мы тоже были. Проездом. Прекрасное Адриатическое море в Хорватии. Будем по тебе скучать. По Апатии тоже. Прекрасный город. In 100 Metern an der Aba 8. Dem Straßenverlauf für 14 Kilometer folgen.